После того, как мы говорили в лесу, мы с Корнеем Ивановичем говорили в лесу, мы пришли на дачу на ужин. И там они дали бутерброды, но бутерброды по-русски, потому что русский бутерброд имеет только один кусок хлеба. Американский бутерброд имеет, конечно, два куска. Поэтому, когда я видел бутерброд, я автоматически хотел взять второй кусок, он сказал, молодой человек. Это свободная сторона, но я рекомендую только один. Обычно по воскресеньям он собрал около себя группу или писателей, или интеллигенции, то есть образованных, интеллигентных людей. И он очень любил, как я пел. Get a little drunk, and your land's in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and feared of dying. But on the Bad River, it just keeps rolling along. Ну, Корней Иванович это очень любил.